Привет, с вами Ирина. Сегодня ко мне пришла обновочка. Давно ее очень хотела, давно искала. И у нас очень много на Украину их завезли, но они очень-очень дорогие. Но у меня оказалось, мне подфартило оценочка, еще не в плохом состоянии. Вот. Сейчас давайте распакуем и глянем, что это за оценочка, какое у нее состояние. И вообще, что это за сорт и моя давняя хотелочка. Давайте открывать. Обои! 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 Какие сорты? Ну, я сейчас расскажу. В общем... Он еще цветет. Цветет? Да. Та орхидея на два цветоноса. Я ждала неделю, пока пройдут морозы. Уже думала, что она уже отцвела. Ну, хотя бы на цветочек посмотреть. Хотя бы на бутончик какой-нибудь посмотреть. Я на нее случайно наткнулась. Женщина купила в магазине две уценки залитые. Одно оставила себе, одна досталась мне. Пересадила, говорит, что хорошие очень корни у нее. И сейчас будем смотреть аккуратненько. Ой. Класс, еще цветет. Корешки. Все по фэншую, по гламуру, розовая туалетная бумага специально для нас. Ой, прикольно, у нее сизый лист, точно, так и должно быть. Вот, причина в этом. Я видела. Она была на два цветоноса изначально. Надо было не отрезать. Ой, какие красивые листья у нее. И сказали, что сорт пробит на горшки. Наконец-то доберемся до сорта. Тут чуть-чуть. Ну ладно, я озвучу. В общем, Happy Angel. Счастливый ангел. Сама орхидея бархатная. Бархатная. Такого винно-бордово-фиолетового цвета. Цветочки у нее небольшие. Еще не все цветочки она раскрыла, но симпатяшка. Ну, не знаю, мне нравится. Хоть цветочки небольшие, но она, по сути, как мультифлора должна быть. Это спорчен залит листик, но сама шейка, вроде, она чистая. Просто-напросто этот лист нужно будет снять. Я так думаю, что я его сниму. И посмотрю, что там творится. Ну, корешки хорошие. Красивые листья сизые. А вот этот молоденький, кстати, листик, который лезет, не очень сизый. В общем, доехала хорошо. Все в целости и сохранности. Happy Angel. Бархатная винная орхидея. Я давно очень-очень ее хотела. У нас цены на ней поставили космос. Ну, для меня уценочка в таком состоянии очень-очень даже приемлемо. Меня этот листик не смущает. Сейчас я с ним разберусь.
посмотрю, что тут, да как. Так что вот такая вот красотка. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Буду дальше разглядывать свою орхидеюшку. И всем пока-пока и до новых встреч.